Фестиваль аутентичной уральской кухни стартовал в Екатеринбурге. В этом году в нем участвуют 45 ресторанов из 10 городов России. Предложенные меню прошли строгий отбор, и из более чем 60 заявок одобрили лишь некоторые. АУК, придуманная шефами нескольких екатеринбургских ресторанов 4 года назад, уже стала брендом. Главная особенность фестиваля – использование исключительно местных продуктов в рецептах блюд. Здесь можно ощутить полное разнообразие вкусов – утка, лосятина, мясо бобра, речная и озерная рыба. А также на фестивале посетители смогут угоститься необычными уральскими напитками – настоем на пихте, сиропом из душицы и отваром из зверобоя и вяленой малины. Хороших вам новостей!